Ларионов Владимир Михайлович. Как я оказался главой партии? Сразу вам скажу. Партия Возрождения внесла изменения в свой устав. И это изменение прошло через Министерство юстиции Украины. Устав у меня на руках со всеми печатями, со всеми подписями. В этом уставе изменение коснулось только одного пункта. Что галиф организаций областных, районных, городских або выбирают, або призначают вышестоящая организация. Поэтому 3 августа политрада нашей партии призначила главой областной Одесской областной организации партии Возрождения Гуляева Василия Александровича. А Василий Александрович Гуляев уже соответственно своим распоряжением 19 августа, в хороший праздник, призначил меня главой Южненской городской организации партии Возрождения. В первом списке, вторым в списке идет Бондаренко Наталья Ивановна. Покажитесь, Наталья Ивановна. Спасибо. Далее идет Верба Ольга Васильевна. Верба Ольга Васильевна не является членом нашей партии. Но она уважаемый человек, известный человек в городе. Поэтому Верба Ольга Васильевна изъявила желание баллотироваться в депутаты в Южинский горсовет. И мы удовлетворили ее просьбу. Поэтому прошу любить и жаловать. Воронкова Людмила Альбертовна. Знаете тоже? Знаю. Наш доктор. Спасибо. Диденко Галина Александровна. И представлять, наверное, не надо. Спасибо. Журавель Александр Михайлович. Представляю вам. Вот он я. Экс-городской голова. 13 лет на посту. Спасибо. Задоя Григорий Федорович. Тоже не надо представлять. Спасибо. Иванов Петр Иванович. Это я. Я прошу прощения, пропустил Захару Аллу Семеновну. Видите, возраст уже. Захару Аллу Семеновну тоже представлять не надо вам. Есть у нас еще такой Иванюк Дмитрий Александрович. Он отсутствует по уважительным причинам. Человек находится на смене. Мы не можем, работа такая, что мы не можем его, так сказать, но мы его заочно рассмотрим. Молодой человек, скажем так, подающий надежды. Молодым тоже должна быть дорога у нас в депутаты. Молодые тоже должны быть депутаты. А где он работает? На заводе, в Портуке? Он работает, сейчас я вам конкретно скажу, где он работает. Іванюк у нас працює товариство з обмеженою відповідальністю Trust Control. І должність у нього така дуже цікава – сюрвеєр. Ви потім у нього самі спросите, чим він займається. Ну, сюрвеєр – це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Далі, Кандарицький Валерій Борисович, теж представляти вам не треба. Афганець, уважаємий, звісний чоловік. Спасибо. Комарова Елена Николаевна, тоже, наверное, представлять не надо. Замдиректора школы номер 2. Марковский Виктор Николаевич, тоже не надо представлять. Председатель Совета ветеранов, все знают об этом. Мельниченко Светлана Викторовна. Спасибо. Олейник Надея Петровна. Спасибо. Монастырскую Наталью Владимировну запустил. Тоже представлять не надо. Анищук Оксана Миколаевна. Пожалуйста. Очень ответственный человек. Быть депутатом точно. Осадченко Андрей Георгиевич. Андрей Георгиевич тоже известный человек. Вроде.
Пылыпко Денис Игоревич, телестудия МИГ, тоже известный человек в своих кругах. Малиненко Андрей Сергеевич, работник порта. Я правильно назвал? Администрация. Может, администрация. По-разному юридически. Да, 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 извините. Ну, суть одна. Для меня портовик. Портовик. Вапазов Николай Лазаревич. А это можно по-другому сказать, а это забор. Да, припортовый забор. Синичев Игорь Андреевич. Представлять не надо. Спасибо. Смынтына Валентин Алексеевич. Тоже представлять не надо. Спасибо. Трастян Олег Иванович. Олег Иванович не является членом нашей партии, но человек известный. Вот, поэтому мы выдвигаем его кандидатом в депутаты от партии Возрождения. Черниенко Сергей Сергеевич. Известный человек в медицинских кругах. Начальник скорой помощи. Не даст умереть. Не даст умереть. Вовремя. И я вам сейчас представлю человека, которого знает весь Юрий. Черных Юрий Семенович. Известный всему Южному. У него самый, один из самых больших округов, и я думаю, он там победит. И я вам хочу представить еще одного кандидата в депутаты. Шумейка. Анастасия Александровна. Вот там она далеко-далеко сидит. Но это не та Шумейка. Итак, я зачитал вам 27 человек.